Традиционно в Международный день защиты детей в Краснокамском районе проходит фестиваль «Веселый ветер». Ребята своими руками изготавливают воздушных змеев, используя разные технологии и дополнительные аксессуары, а затем демонстрируют их в деле. Так как в этом году мероприятие проходит в онлайн-формате, конкурсанты должны были выложить видеоролики. Свои летательные аппараты представили 14 участников. Победители и призеры будут награждены подарками и грамотами Комитета по делам молодежи. Свои таланты могли продемонстрировать и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них организаторы провели районный конкурс рисунков «Детство – это радость». Юные художники по-своему раскрывали смысл темы, однако работы мальчишек и девчонок еще раз доказывают, что этот период самый яркий в жизни. А вот свою фантазию ребята Краснокамского района могли проявить в конкурсе рисунков под названием «Лето моей мечты». В основном дети мечтают съездить на море, увидеть дельфинов или отлично провести свободное время с друзьями. Поздравляем всех международным праздником защиты детей и желаем окунуться в праздник счастья, улыбки и искренней детской радости. Танцуйте народные танцы, это вас окрылит, вдохновит на новые творческие достижения, приобщит к национальной культуре через народные танцы. А вот такими яркими выступлениями наполнен онлайн-концерт, песни, танцы, дружба, все, что детям нужно. Здесь можно насладиться творческими номерами лучших детских ансамблей. Марийская веревочка, зажигательные татарские танцы, выступления кураистов и русские песни. В условиях онлайн-формата видеоролики прислали и самые юные звездочки Краснокамского района. Творчество проявили работники культуры и художественной самодеятельности. Активисты исполнили гимн российского движения школьников. Тем самым присоединились к районной онлайн-акции. Краснокамцы приняли участие и в акции «Окно в детство». Получились вот такие яркие красочные пространства. Районный историко-краеведческий музей присоединился к республиканской интернет-акции «Музеи детям». В формате онлайн-экскурсии желающие могут посетить все 5 залов музея и узнать интересные факты о Николе Березовке, прогулявшись по ее историческим местам. Я устала взрослой быть. Я хочу смеяться звонко, о проблемах позабыть. Стихи о детстве, творческие мастер-классы, увлекательные викторины и еще много разных мероприятий подготовили организаторы к Международному дню защиты детей. А юные краснокамцы говорят им спасибо. Поздравляем с детским днем, защищайте нас, любите, и за наши шалости строго не корите. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».